Кто, думаете, озвучивает все фильмы «Москвы 24»? Рядом реквизиторский цех и обувной. Чаще всего здесь бывают студенты художественного, режиссерского и, конечно, актерского факультетов. Видос что снимай? Чаще всего здесь бывают студенты художественного, режиссерского и, конечно, актерского факультетов. Придет ли когда-нибудь сюда на примерку костюма сегодняшняя абитуриентка Таисия? Димас, это твоя тема. Это в гик. Таисия Шипилова из села Верхние Мамоны Воронежской области. Обсуждение абитуриентов ведется за закрытыми дверьми. Борьба за место в актерской мастерской идет серьезная. Девочек, как всегда, значительно больше.